Всем здоровья! Сегодня у нас 19 января уже. И я сегодня буду продолжать эксперименты с лохом ускалистым. Семена я получил из Казани по акции «Семена радости». Спасибо за это Ниязу. Значит, хочу какой провести эксперимент. Ну, во-первых, а лох ускалистный. Осенью я на стратификацию уже заложил, но тот лох был из Челябинска. Это немножко другой. Значит, вот так вот выглядят семечки. Давайте я попробую почистить кожуры. Ну, вот видите, какая. Честно говоря, не знаю, надо их чистить или нет. Наверное, все-таки надо. Часть я хочу замочить на несколько суток и сразу посеять. В некоторых источниках я прочитал такую информацию, что можно без стратификации, но надо их долго мочить. Попробую так, ну, немного. Не знаю, давайте штучек 5, что ли, или сколько. Ну, давайте я сейчас их всех замочу. Основную массу уберу в песок. Вот здесь вот видите, у меня пакетик с песком. В песок на обычную стратификацию на несколько месяцев, ну, до весны. А несколько штучек оставлю на 4-3 суток замокать и сразу посею в грунт. Не буду сейчас отнимать ваше время, давайте я их почищу и замочу в воде. Ну вот, я плоды почистил. Сначала я почистил на сухую, вот видите, они тут у меня ошметки остались. Потом замочил, где-то пару часов у меня замокали, и в воде очень хорошо они почистились. Вот такие полосатые. Как калининградские жуки. Так, ну и как я говорил, основную часть я уберу вот в такой пакетик с песком. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 13. Одно плавало, остальные все утонули. 14, 15. Штучек 10 оставлю. Замачиваться, остальные уберу. Сейчас посчитаю, сколько. 32. Короче, 35 я убрал в пакетик. И 10 оставил. Замачиваться. Так, сейчас я увлажню немножко, потому что песок подсох. Мне в песке больше нравится, чем в вермикулите. Так, вот наклейка. На 3 месяца уберу прямо в холодильник, то есть где-то до апреля. Ну, а это сейчас 3 дня помокнет, и я покажу, что я с этим сделал. 3 дня, 3 суток у меня замокал в воде лох ускалистый, он даже почернел. Из полосатиков стал какой-то черный. Жалко мне его мочить дальше. Давайте я его лучше выложу во влажный грунт. Так, и я хотел его сразу в тепло поставить. Но опять же передумал, потому что 22 января сегодня, слишком рано. Слишком рано будет, если он зайдет, скажем, через месяц. Еще мало солнца, холодно, поэтому не выживет он. Если его сейчас начинать проращивать. Поэтому я решил все-таки его на пару месяцев прямо в грунте убрать. Ну или на 3 месяца, посмотрим. В холод. В холодильник или под окно. Сейчас, не знаю, видно вам. Я их положил боком 10 штук. Присыплю где-то сантиметр. Еще сверху. У меня в боках там в банке в этой дырочке для поступления воздуха. И уберу все под окно, у меня там холодно. Ко всем остальным семенам я их 1-2 раза в месяц все проверяю. Если вдруг кто-то начинает прорастать раньше времени, я это увижу. Ну, давайте еще немножко. Чтобы они не пересохли. Увлажню, потому что я же их зачем-то 3 суток мочил. Пусть будут мокрые и холодные. Ну все, так что думаю, увидимся только где-нибудь в апреле. До встречи весной. Прошло 4 месяца,
Ну, почти 4 месяца. Сегодня 17 мая уже. И, конечно же, наши семечки лоха проросли. Я не помню, последний раз, недели 3 назад я проверял, проросший он был или нет. Видимо, нет, раз я его в таком виде оставил. Проросли относительно, значит, недавно. И, как видите, не все. Так, видно вам? Так, сколько? Раз, два, три. Ну, около десятки. 10 штучек проросло. Значит, подготовил две емкости. Но, похоже, маловато я подготовил. Надо будет подготовить еще. Так, где какую-то ложечку надо? В эту я помещу две штучки. Ну и в ту емкость штучки три. И, наверное, надо будет еще... Так, видно вам, не видно, как я тут что вытворяю? Так, два таких хорошо проросших сюда помещу. И три сюда. Потом, судя по всему, нужно будет еще потом их рассаживать. Ну, пока так. И, наверное, сейчас еще подготовлю тогда емкость. Например, яичную коробку. И остатки помещу туда. Ну, сейчас давайте я покажу, что я тут планирую. Просто присыплю на сантиметрик. Я думаю, сейчас уже они пробьются в любом случае. Ну и там также. И увлажню, и поставлю уже в теплое место на окно. Так, вот здесь подписано. Ну и сейчас на время выключу, подготовлю еще одну емкость и покажу, как я там тоже сделал. Поймал себя на мысли, что как-то я пренебрежительно отношусь к лоху. Хотя это, конечно, не так. Культура мне очень нравится. Я даже покупаю саженцами там по 200 рублей. Серебристый, правда. Поэтому подготовил вот такую серьезную емкость, большую бутылку. Туда три проросших семечка поместил. Значит, еще три проросших вот осталось вот здесь. А остальные по две, ну, тоже туда, в эту скорлупу. Какие-то тут еще остались, я их к червякам туда брошу. Ну, а здесь, значит, вот я подписал, увлажнил. Ну, и здесь тоже, здесь две семечки. Сейчас это еще присыплю, увлажню, здесь тоже, и все, уже поставлю в тепло. И я думаю, уже где-то через недельку, а может даже раньше, уже появятся росточки. Буду за ними ухаживать, растить, наблюдать, и вам обязательно все покажу. Поэтому не прощаюсь. До встречи. Пока-пока. Сегодня 13 июня. Лох вот зашел, но он давно, правда, уже росточки. Вот видите. Но погибли. Не могу сказать почему. Не знаю. У меня условия, конечно, не сахар. И темновато, и холодновато. И лето у нас еще холодное. В квартире тоже холодно. Скорее всего, поэтому очень все, почти пока лохи, там еще парочка живые, погибают. Всходят и погибают. Может, кто-то еще останется. Обязательно вам покажу. Но отрицательный результат тоже результат. Поэтому опыт я получил. И буду пробовать дальше. Не прощаюсь. До встречи. Пока-пока. Сегодня 11 июля. Прошло почти 2 месяца. Лох у нас выглядит печально. Но вот видите, погибшие такие побеги. Дело в том, что очень много, я сейчас точно не помню, но предположительно более 50%, более половины ростков семян зашло. И потом они просто погибли. Ну, и не могу сказать, почему. Жалко, но, к слову сказать, очень много. И тут, возможно, дело в почве. Но и другие лохи в других грунтах у меня тоже почему-то погибают. Может, не хватает света, может, что-то еще. Буду с этим разбираться. Но, значит, посадочный материал из Казани пришел прекрасный. И, к сожалению, это видео отправляется в рубрику
не то чтобы не зашло, но в какую-то одну из таких печальных рубрик. Буду экспериментировать дальше, и значит, я с вами не прощаюсь. Сегодня уже 19 января 2019 года. Прошел ровно год с момента начала стратификации лохов. И смотрите, один сенец у меня все-таки выжил. Остальные все погибли, а вот который я сажал в большую сразу емкость. Вот видите, он правда такой загнулся. Он живой. Зиму он сейчас тут прозимовал, конечно, сбрасывает листочки. Но более-менее он... Смотрите, у него и стволик там. Уже древесневеет потихонечку. В общем, один у нас лох есть. Ура, ура! Несмотря на то, что я как бы плохо, видимо, не знаю. Вот напишите ваше мнение, какие там у меня были ошибки. Где-то, может, я просто упустил с увлажнением. Где-то, наверное, почвы у меня все-таки неправильные, да, обычные. Не знаю, надо как-то внимательнее относиться к лоху. К тому же, вот и я не снимал видео все лето, всю осень. Не могу сказать, много у меня растений было. Ну что ж, в этом году буду еще лохи сажать семенами обязательно. Буду повнимательней. Поэтому видео еще будут. Смотрите наш канал. Не прощаюсь. Сажайте деревья. Всем добра!